Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И в сегодняшнем ролике это мега распаковка. Те, кто действительно любит создавать уют в доме, уют для себя и комфорт, добро пожаловать в это видео. И сегодня у нас мега распаковка от магазина Grand Stock. Grand Stock, я тебя обожаю. Что такое Grand Stock? Это более 20 тысяч товаров собственного производства под брендом Avanade. И, конечно же, ссылку я оставлю на этот магазин и на эти товары, которые я сегодня продемонстрирую. Кроме всего прочего, Grand Stock – это еженедельные скидки. Когда вы кликаете по вкладке «Распродажа», вы переходите во вкладку, где товары по очень привлекательным ценам. Тем более эти скидки накопительные. И, конечно же, от Grand Stock 10% скидка для моих зрителей, для вас, мои хорошие. Ссылку, конечно же, оставлю. Экономьте ваши деньги. И я получила эту посылку, и честно признаюсь, здесь все только для меня хорошее. Я все заказала только для себя. И сегодня я долго размышляла, в чем же сегодня снимать это видео, в каком образе. И я остановилась на этом халате от Grand Stock. Конечно же, потом я все покажу вам подробнее, расскажу, сколько он стоит и как он выглядит на столе. Ну а пока полюбуйтесь на меня и как это выглядит на мне. Это, наверное, вот самый классный товар, который мне понравился больше всего. Хотя еще два товара я еще не видела, как они выглядят в натуральном виде, так скажем, в виде использования. И это мы, конечно же, с вами посмотрим. Почему такая сегодня праздничная атмосфера? Потому что Grand Stock мне напомнил вот такая, посмотрите, вот такая записочка лежала о том, что скоро Новый год, мои хорошие, и праздник, конечно же, мы создаем сами. Праздник к нам приходит. Grand Stock, громаднейшее благодарю. С Новым годом, с наступающим Новым годом и Рождеством. Это как будто говорят нам: позаботьтесь о своих близких, сделайте приятные и красивые подарки по очень привлекательным ценам. Ну а сейчас давайте посмотрим, что же я заказала. Халат вы уже на мне видите, кстати. Сейчас скажу, сколько же стоит этот халат и его размер. Итак, халат. Халат женский, 52 размер. Стоит 1256 рублей. Я думаю, что для такого халата из натуральной ниточки, из натуральной пряжи, как мы часто говорим на моем канале, в общем, здесь натуральная ткань. Это махра, халат махровый, состав это 100% хлопок. Я взяла 52 размер на размер больше, вообще у меня 48-50, но это халат. Посмотрите, как это смотрится, как это прекрасно смотрится. Я, конечно же, брала под свои уже тапочки розовые, розовый халат. В общем, это просто сказка, просто класс. Девочки, 52 размер, заказывайте на размер больше, это приятно. Еще, что мне понравилось, это то, что здесь укороченный рукав. Не надо закатывать, не надо ничего делать. Все очень удобно. То есть Grand Stock позаботился и об этом. Ну, а сейчас я попрошу оператора подойти ближе. И давайте сейчас мельком покажу, что же я заказала вот в этой коробочке от Деда Мороза. Посмотрите, оцените, девочки. Это же уже возникла идея, что из этой коробочки я же уже, конечно же, сделаю красивую коробочку под свою любимую пряжу. Это вот буквально сделано за 5 минут, но сейчас рассказ не об этом. Давайте посмотрим, что лежит в этой коробочке. Итак, вот такой прекрасный,
комплект постельного белья, который называется «Магнолия». Я стараюсь заказать сатин, и это сатин. Комплект двуспальный. Все это я примерю на свою кровать, в нашей спальне. Все это вы увидите. Пока вот так вот мельком расскажу о ценах, но а потом подробнее о самом товаре. Итак, комплект постельного белья стоит 2370 рублей. Так, состав сатин. Ну, ближе посмотрим потом. Я обожаю простыни на резинке. И в этот раз я опять не смогла мимо пройти вот такой простыни. Она бежевого цвета, простыня на резинке. Это трикотажная. Я обожаю такие простыни, которые именно на резинке. И я намеренно заказывала под этот комплект. Я понимаю, что там есть простынь, но я хочу использовать именно простынь на резинке. Здесь 1,60 м на 2 размер. Сейчас цену скажу. Так, простыня на резинке стоит 863 рубля. Ну, все мы знаем о качестве ивановского трикотажа. Ну, здесь что, просто резинка. Я уже не первый раз заказываю именно вот простынь на резинке. Не только в этом магазине. Если вы давно на моем канале, вы видели, что я часто заказываю такие простыни. И мне их всегда хочется заказать, мне их всегда не хватает. Потому что это очень-очень удобно. Приятный трикотаж, обычная простынь. Она держится, она никуда не высмыкивается. Это мы оденем на кровати, и потом уже я покажу, как это выглядит. Ну, конечно же, к нам пришла Пуся. Она же, как же без нее? Это же вообще никогда не бывает. Давайте сейчас сразу распакуем, посмотрим на это белье. Прекрасный, вот я говорю, что Новый год скоро, поэтому вот такие подарки, я думаю, будут очень приятные. А вот главный подарок. Пуся очень любит коробки. Я так думаю, что эту коробку, которую я потом переделаю, мы с вами вместе переделаем, кстати, вместе сделаем из нее красивую. У меня четко уже возникла идея, я знаю, как я это сделаю. Я думаю, что это будет очередная кровать Пуси. Да, Пуся? Делай нам хороший контент, разбавляй нам, кому нравятся распаковки, кому нравятся кошки. Так что, Пуся, ты уже заработала себе на очередную порцию каких-то вкусняшек. Итак, ой, девочки, я уже не знаю, я не знаю, как передать тактильное ощущение. Вот недавно была распаковка тоже ивановского трикотажа. Это что-то, я не знаю, раньше, вот, на мой взгляд, качество было совсем другим. Наверное, все-таки шагает производство вперед. Сейчас это какой-то шелковистый сатин. Сейчас я разверну, вы посмотрите на эту красоту, на эти цветы. Это магнолия. Потом, конечно же, покажу на кровати, как это выглядит. Ну, вы посмотрите. Это красота. Это нежность. Вы посмотрите на эту расцветку. Вы посмотрите на эти цветы. Класс. Просто класс. Что еще здесь особенного в этом комплекте? Почему он стоит немножко дороже? Я специально смотрела, чтобы здесь была молния. И она здесь есть. Посмотрите. Она здесь есть. Она хорошего качества. Сейчас покажу поближе. Вот такая здесь молния. Все работает. Причем и пододеяльник, и наволочки, они на молнии. Это было заявлено в описании. Сейчас посмотрим наволочки. Как вы видите, что я не распаковывала. Сейчас посмотрим
правда ли это, что и наволочки тоже на молнии. Для меня это важный момент, конечно, несущественно, но тем не менее приятно мне, когда и пододеяльник, и наволочки на молнии. Вот единственное, что здесь 70, размер 70 на 70, я не очень люблю такие наволочки, но здесь молния. Производитель не обманул. Спасибо, Крамсток. Класс. Наволочки на молнии. Я вам это продемонстрировала. Ну и вот такая очень красивая однотонная простынь. Это сатин. Класс. Я вот думаю, если у меня есть простынь на резинке, может быть, мы из этого что-то сошьем. Вот такая идея пришла мне в голову. Мы же рукодельницы. Я очень люблю простынь на резинке. Но здесь простынь не на резинке. Я не буду одевать эту простынь на кровать, а вот одену именно та, которая на резинке, и мы с вами посмотрим. А вообще цвет и качество, ну, шелковистого сатина очень классное. Все швы прошиты классно. Сейчас вам покажу. Здесь очень хороший шов. Нигде ничего не торчит. И очень приятные тактильные ощущения. Так, идем дальше. Сейчас мы эту берем подальше. И посмотрим, что же я еще заказала. Так, постельном белье я сказала. Дальше идет вот такой шикарный хлопок с вискозой. Вот такой топ. Очень красивая драпировка. Сейчас я вам покажу. Это 50 размер. Конечно же, потом посмотрите, как это сидит на мне с жакетом. Класс. Очень приятный и очень красивый, не выходящий из моды принт. Согласитесь, леопардовый принт, мне кажется, он никогда не выходит из моды. Так, сколько же стоит этот топ? Сейчас одену очки и скажу. Так, топ женский, 50 размер, стоит 671 рубль. Так, идем дальше. Дальше я заказала вот такие лосины. Размер 52. Здесь есть вот такие лампасы. Ну, такие, я бы сказала, домашний вариант. С такими вот карманчиками. Сейчас попытаюсь прочитать без очков. Это называется даже не лосины, а брюки женские. 52 размер. Здесь хлопок 80 и 15%, нет, 5% лайкра и 15% пэр. Не знаю, что такое пэр. Какая-то, наверное, добавка. Вот такие вот лосины. Все примерю, все покажу, все расскажу. Стоят лосины, по-моему, 700 с чем-то рублей. А нет, брюки женские стоят 853 рубля. Ну и последний товар из этой новогодней коробочки. Вот это мне очень нравится. Я искала эти лосины по всем сайтам. Обычные, хлопковые, с высокой посадкой, подходящие просто под любую одежду. Вот это базовые лосины. У меня были подобные. Сейчас тут ниточка прицепилась. И я их носила до дыр. И вот когда эти дыры наступили, я заказала себе новые лосины, которые благополучно нашла в магазине Grand Stock. Стоят просто 500 с чем-то рублей. Сейчас посмотрю точно. Здесь 52 размер. И это 100% хлопок. Вот такие вот лосинки. Так, сейчас скажу точно, сколько стоят эти лосины.
547 рублей. Можете представить, 547 рублей – это хлопковые лосины. Ну вот, мои хорошие, сейчас все буду примерять, конкретно показывать. Посмотрим, как этот комплект смотрится в нашей спальне. Ну и все остальное, конечно же, померяю. Ну что, друзья, я в восторге. Посмотрите на эту красоту. Очень вписалась в наш интерьер. Сейчас вот проведу по спальне. И хочу сделать акцент именно на вот этой простыни. Если заказать простынь вот такого бежевого оттенка, то она подойдет буквально ко всем комплектам. Я имею в виду простынь на резинке. Качество на высоте, все по размеру. Я говорю, я очень люблю эти простыни, ну, потому что они не высмыкиваются. Как бы я ни заправляла, какие бы они, какого бы размера ни была простынь, как бы я ее не подтыкивала под этот матрас, все равно она высмыкивается. Поэтому я люблю вот такие простыни на резинке. Обязательно, если я покупаю комплект постельного белья, я обязательно заказываю простынь к этому комплекту на резинке. Не знаю, как у вас, но вот прислушайтесь к моему совету, попробуйте, возможно, что вам понравится. Грандсток, огромнейшее благодарю. Качество просто на высоте. Посмотрите, какая расцветка, посмотрите, какая прелесть. Класс. Гори. Все товары от прекрасного магазина Грандсток. Я надеюсь, что вам понравилась эта презентация товара, который я выбрала. И от всей души хочу поздравить Грандсток с наступающим Новым годом. Желаю процветания вашему магазину, процветания производству нашему российскому, которое производится у нас. Я желаю успехов, здоровья и всего самого лучшего. И огромнейшее благодарю за все, что вы делаете. Мне очень все понравилось. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Сидникова.